Вот такая вот запеканочка у нас получилась. Так, для того, чтобы приготовить запеканку, мне нужно было где-то 200 грамм, наверное, это манки, полстакана сахара, баночку сметаны, ваниль, цукор, пачечку, бак-пульвер, пачечку и две баночки фришкейзе. Там я это все смешала, у меня уже на готовое. А, 5 яиц я забыла сказать, да? 5 яичек надо добавить. Вот. Я уже, конечно, это все подготовила и сделала. И сейчас я это все отправлю в формочку. Выпеку, потом покажу, что получилось. Вот такая вот запеканочка у нас получилась. Вот он в разрезанном виде. Сейчас сверху положим, значит, дым идет с ней. Сейчас сверху помажем сметанкой и будем кушать эту вкуснятину. Ну, на этом до свидания. Всем приятного аппетита. Мы сейчас со своими мужичками покушаем это. Позавтракаем.